Йоу! Всем привет, всем привет! Меня зовут Максим Шупин, сегодня поговорим о сериале «Сеня, Федя». Пятый сезон, и у нас уже, ребята, 11-я серия. Не забывайте ставить большие пальцы вверх, лайки, подписывайтесь на канал, друзьям рассказывайте, колокольчик нажимайте и пишите свое мнение в комментариях насчет данного сериала. Итак, друзья мои, поехали! Что же у нас там было интересного в 11 серии 5 сезона? Федя пытается извиниться перед Дашей и рассказать ей правду. Он это пытается сделать уже вторую серию подряд. Пытается рассказать ей правду. А правда какая? Правда такая, что оказывается, Федя и не спал с Яной. А как бы, а как, а почему, а в смысле? На самом деле, Яна сама рассказывает ему, что ничего не было, нет никакой записи, что это просто нужно ей для манипулирования Феди, чтобы как-то карьерно расти. Вот, для этого она, собственно, вот таким образом поступает. Она действует тактически, все-таки, по большому счету, потому что когда она так действует, то есть не за какие-то трудовые заслуги, скажем так, она просто... Не знаю, наверное, пытается, чтобы в трудовой у нее были красивые строки. Типа, она работала целым управляющим, а в кафе, собственно, в бургерной. То есть это, типа, прям мощная такая строчка в режиме. Но долго ли она сможет здесь вот таким способом продержаться? А кто знает, друзья мои, кто знает? Вообще непонятно. Как говорится, мир нестабильный. Все возможно и все невозможно. Да, так вот. В общем, в этой серии на помощь к Феде приходят также его мама и его, ну, там, типа, отчим, так, друг, бойфренд его мамы. Они пытаются там какие-то советы дать им, но, безусловно, перед этим еще мама Феди отхлестала его почем зря. Хотя почем зря, но все-таки он... Ну, в итоге-то выяснилось, почем зря, в том, что он и не изменял ей, судя по всему. Вот, но тем не менее получил он, конечно, несколько лещей, так сказать, ну, таких, знаете, нательных лещей. Она сумкой била по нему. Так вот, а дальше что? Дальше они пекут торт в виде сердца, плюс, соответственно, Сеня должен достать компрометирующие фотки на самого себя, дабы сказать, что это на самом деле он спит с Яной. Вот, и соответственно, как будто бы Федя такой хороший, защищает до последнего своего друга Сеню. Вот, соответственно, вроде как все могло быть хорошо, но нет, потому что, естественно, обманула Яна Сеню. Прикалывала его наручниками к батарее, сделала несколько фоточек, сразу же их отправила в общий чат, так сказать, опозорила вроде как Сеню, но он довольно классно выпутался из этой ситуации, сделал фотожабы, и они, кстати, были реально забавно, типа, ну, соответственно, был в такой, как бы, повязке, ну, что такое БДСМ-ская, вот, типа, кто нарушает трудовую дисциплину, он такой грозный в этой штуке. В общем, нет, забавно, даже смешно, и как бы все выкупили эту шутку. Все четко здесь, вообще не испортили. Наоборот, даже какая-то такая... Ну, типа, человек, когда может посмеяться над собой, и это реально смешно, то это очень круто. Собственно, то и получилось в итоге-то. Вот, плюс в этой серии батя Сени склоняет его к грабежу банка, потому что он узнал, что их хотят подставить. Прям жестко подставить, списать на них ярд, соответственно, это не очень хорошо, то есть прям хочет свалить вообще отсюда Сеня. А что еще тут остается ему делать? Надо сваливать просто отсюда, потому что иначе будет не очень хорошо. Ну, поначалу Сеня на самом деле отказывается от всего этого, типа, а что у него, ну, опять же, жена, дети, три штуки вроде как. Соответственно, довольно-таки большая ответственность у него, чтобы такими вещами заниматься. Вот. Соответственно, поэтому вроде как Сеня и не готов, да и вроде как это выглядит очень логично, друзья мои, согласитесь. Ну вот,
у вас, не знаю, там, жена, несколько детей, еще маленьких детей, которых нужно обеспечивать, чтобы у них нормальное будущее было, нормальное образование и так далее. Вот. Стали бы вы так рисковать? Здесь риск-то он какой? То есть у Сени есть вообще хорошая профессия, большой опыт. То есть да, он может уже, конечно, наверное, не быть, так сказать, предпринимателем. Естественно, достаточно существенные деньги зарабатывать. Он может быть просто обычным поваром, но тем не менее у него профессия, хорошая профессия, достаточно высокооплачиваемая профессия с его-то опытом уже. То есть, в принципе, есть возможность себя прокормить и семью. Ну, может быть, уже не так красиво жить и без особых, скажем так, перспектив, но, может быть, опять же, попробовать это все заново. Но, тем не менее, так рисковать, типа, там, как-то обокрасть этого банкира, учитывая, что этих денег нету, все-таки мы знаем, да, то это, конечно, очень-очень рисково, безрассудно, crazy. Мэтт. Вот, поэтому пишите, ребят, свое мнение в комментариях, что бы вы сделали. Жду.